Вот купил такую вот штуку. Паяльная станция воздушная. Сейчас буду второй раз в жизни пробовать ее. Кусок памяти, который не работает. И вместо микроскопа буду использовать такую подставку и этот же телефон. Ничего сложного. Первый раз я это делал 15 минут назад, вот сейчас второй раз. А теперь назад возвращаю. Он чуть-чуть стоит криво, но он, я буду греть, он встанет на место сам. Вот это как я видел у профессионалов, ну, в YouTube. Видно, что если чуть-чуть криво ставишь, он возвращается сам, там полого как-то притягивает. Ну вот мы и посмотрим. Оп. Оп, он сам возвращается. Все. Очень просто оказалось. Ну, память не работает в любом случае, поэтому проверить без толку. Я думаю, один из этих чипов сгорел или что-то в этом роде. Но, по крайней мере, физически это ничего сложного. Да, еще и с телефоном, да, микроскоп не нужен вообще. Телефоном очень удобно.